Иннокентий наказан. Теперь он в бане. Я жалею, что был подписан на его фотовысеры в Инстаграме, где безбожно царит Анфиса. Раньше постил обычные фото с пьянок. Все танцуют, полно народу. Да Анфиса его привлекала Яна, но она была не уродом. А Анфиса, о господи, два бидона. Остальное ничуть не меньше. Я бы вздернул противного купидона, что влюбляет в подобных женщин. Но любовь вероломна. Общайтесь с нею лишь в присутствии адвоката. Так Анфиса буквально упала с неба в пошлом лифчике провокатор. И поперла. Анфиса на фоне пляжа. И Анфиса на фоне леса, грудь Анфисы на фоне могучих ляжек, подпись. Господи, как прелестно. Вот Анфиса выглядывает из тачки, подпись «Золушка» и «Карета». 20 фоток с курорта, 15 сдач и не менее 100 портретов. Вот Анфиса с бокалом лежит в отеле. Вот Анфиса в буддийском храме. Я подписан на 70 топ-моделей. Я для этого в Инстаграме. Я нормальный мужик. Мне нужны красотки. Я их лайкаю на досуге. Ну за что в моей ленте на каждой фотке эти ноги и эти руки? Это жирный, рыхлый складе сала. Эти ужасы фотосессии. В общем, я не сдержался и написал им, чтобы вы сдохли во время секса. Не дождетесь ни лайка, ни комплимента, чтобы вы сдохли. Нет больше мочи. Иннокентий увидел мои комменты и ответил: «Завидуй, молча».